Школа творчества эпохи радует химчан не только разнообразием занятий, но и собственным новогодним творчеством. Здесь подготовили спектакль, который погрузил в атмосферу настоящей зимней сказки. Колоритные костюмы, замысловатый сюжет – все для незабываемого новогоднего праздника. Каждый год мы проводим елки новогодние для детей. Конечно, мы хотим их порадовать разными спектаклями, и каждый год мы готовим свой авторский спектакль, свой сценарий, свои костюмы, так как мы творческая школа творчества, мы творческая студия, мы, естественно, костюмы шьем сами, радуем детей новыми костюмами, новыми героями. Я надеюсь, что наши елки очень нравятся детям. Спектакль получился интерактивным. Вместе со сказочными героями дети пели и танцевали. Спектакль вызвал бурю эмоций. Люди остались довольны. Ну, очень рады, что это в Химках проводится. Спасибо огромное школе творчества эпохи, что проводят такие мероприятия для детей. Дети довольны, да? Мне понравилось, когда мы зашли, и к нам вышел Дедушка Мороз. В городском округе Химки в период новогодних каникул запланировано большое количество мероприятий для детей и взрослых. Это спектакли, утренники, мастер-классы. Каждый найдет занятие по душе, чтобы почувствовать праздничное настроение и прикоснуться к сказке. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.